В общем, была такая мулька, написали про меня то, что я была в Таиланде, и меня за грудь укусила обезьяна. Это был 2009 год. Собственно говоря, это неправда, потому что за грудь меня обезьяна не кусала. Она укусила моего молодого человека. Но со мной была другая история. Мне было лет 8-9, и мы с дачи забрали ежа. У нас была ежиха туда-сюда, и мы не знали то, что у нее, оказывается, маленькие ежата были. И она была злая и обозленная, и хотела обратно к ним. Она у нас дома жила в коробке, туда-сюда. Мы ее обычно доставали, там, кормили молочком, там, какими-то там овощами. И, собственно говоря, в какой-то момент я ее достаю ночью, потому что она там елозила, не давала мне спать. Я достаю, начинаю гладить по носику, а как она вцепилась мне в палец. Вы не представляете, проснулась мама, папа, мой брат. Они начали кричать, начали разжимать, а она просто, там мертвая хватка хуже, чем питбуля. Реально, разжимали минут 30. В общем, вот такая вот история, она была правда.